Maybe we never should. Слышите? Люди свистят и сигналят. Это либо очередная забастовка в Париже, как это часто бывает здесь, либо, может быть, пробка какая-то, но, скорее всего, забастовка. Все еще на Шамп-Селизе. Вообще раньше здесь были хлебные поля, здесь выращивали пшеницу. Сейчас здесь тоже планируют сделать большую зеленую зону, но пока это только еще планы. Уже даже нашли архитектора, он француз, и у него уже есть просто грандиозный план, как сделать здесь такой шикарный дикий парк. You cut your teeth on the lack of answers and you...